Всякому спортсмену хочется выиграть последний матч перед Новым годом. И неудивительно, что волейболисты Уфимского Урала и Новоуренгойского Факела сражались так отчаянно. Например, вторую партию гости выиграли 29-27, так что встреча совершенно логично дошла до таймбрейка. За Урал были свои площадка и болельщики. А за Факел четкое понимание, что отступать некуда. Команда проиграла очень много. К тому же расположение клуба оставил главный тренер Борис Колчин. Может быть и к лучшему. Во всяком случае, Факел выиграл таймбрейк 15-13 и победил 3-2 без тренера. Команда сейчас находится на таком переходном немножко этапе и, естественно, находится на том месте в турнирной таблице, который, в принципе, не планируется, не присущий. Поэтому сегодняшняя игра оставляла отпечаток немножко нервозности.